think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. После вчерашнего ночного браула. Так, что у нас сегодня на английском сервере? Завели лабораторию. Также дали плюхи за вход. Знаю, сейчас глянем на русском сервере тоже. Или есть Patrick's Day. На русском это вроде награда за вход просто. Давайте сразу чекнем русский. Если есть на русском лаборатория, посмотрим на русском, если есть на английском. Коды может отличаться. В прошлый раз, если я не ошибаюсь, немецкий сервер отличался от русского. То есть по-разному бывает. Да, награды за вход тоже есть. Интересно, коды есть или нет. Не, нифига на русском нету. Карта богатства. Коллекционер. Окей, поехали. Будем на русском сейчас что-то делать, смотреть. Что по кодам вы пишите, что вы видели отдельно. У кого что есть. Так, что у нас еще есть интересного? Давайте сразу чекнем. Арон Мастер, поменяли. Понятно. Коллекционер. В принципе... 100 слизней за бочку. Неплохо. Для бездонатов самое то. Дерево. Кастрированное дерево. Не, здесь видите карта. Ну, в принципе такое, но оно невыгодно по сравнению с акцией. А, сундуки. Ни о чем. Так, за питомцев. Ну, скорее всего, возможно, в обнове добавят скилл. Должны уже и новый левел питомцам. Так, аккумуляция. Скины. Ну, этих скинов хватает. Такое, короче, себе. Так, окей, поехали, почитаем, посмотрим. Ну, обдают по две попытки. Так, и за трату самоцветов. Вы имеете возможность дополнительно получить еще две попытки. Такс. Что у нас есть? Камикроки шестые. Гемы, 1500 камней, манки, титул талант, скин, бокс первый и рунки, по-моему, 7 и 9, если я не ошибаюсь. Так, ну что, давайте попробуем. 2, 3... И давайте сделаем вот так. Вот я на остальных аккаунтах сейчас. 1-1-1. Ну тут. Видите, оно так не дает, если использовать. Давайте так. 3. 3-1-1-3. Экспишка. Хорошо. 1-3-3-1. Так, чтобы все сразу потратить. Так. Сенсей мастера 2. 100 штук. Ну, неплохо. Ну, такие эссенции тоже, в принципе, для бездоната на некоторых серваках реально будут нужны. Такс. Поехали сейчас на второй аккаунт. Перейду, там еще чекну. Ну, потом вам поскидываю. Поиграюсь на твинках.
Сегодня сделаем все стройками, давайте. И единичками так забрали. Давненько, кстати, я сюда на твинку уже не заходил. Сколько оно идет по времени? С 17 по 26, в принципе, как обычно, хватает. Так, сделаем такой вот вариант. 1500 камней. Неплохо. А если вот так? XP-шка. Довольно-таки неплохо. 1500 камней. Блин, пламени, ну, что я могу сказать? Тоже неплохие плюхи. Ну, кузница, она всегда была интересная. А, так, поехали дальше. Поехали на немку глянем, что там интересного добавили, не добавили. На немке, конечно, отдельные КД были. Там вообще тут все индивидуально совсем отличается. Такс. Базар пакеты. Да, вчера мы, конечно, жестко тут обломались. Нет, тут нифига пока нет. Ну, возможно, после 10, зато здесь есть. Вот такая вот тема. Обломался там-то, хоть здесь Мэри соберу по чуть-чуть. Да, что-то не удваивает, но хоть так, даже два осколка все равно это лучше, чем ничего. Так, идем на Тайвань. Давно я уже на Тайвань тоже не заходил. Посмотрим еще Тайваньку и пойду посмотрю, что по другим кодам. Надо будет твинков навести себе, позаводить на отдельное окно. Такс. Такое себе. Как обычно, не обновляют здесь тайванцы акций. Все одно и то же. Хотя здесь в последнее время пирата хоть изменили. О, открылось тоже, видите? Ну, здесь огника собрать тоже не проблема. Но тут X2. Но нету этих. Дальше наград. Как на этом, что выкидывает еще дополнительно. Фу, нифига себе. Нифига себе. Так, а ну я сейчас перейду на свой аккаунт. У меня там, может, монетки есть. Должны быть. Это тоже, в принципе, но здесь я ничего не делаю. Такс.
Ну, здесь, видите, здесь только огника дают. Но зато, блин, считайте, за один заход 12 осколков. Нормально, за 3 дня можно до 50 осколков собрать, думаю, без проблем. Что сказать? Вот так вот на русском сервере до сих пор этого нету. В общем, такие вот, ребятушки, акции. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.